Поликлиника Здравомед. Слушаю. Приходня Здравомед. Слухам. Я бы хотела записаться к стоматологу. День добрый. Хотела бы умовить себя до дентисты. Ой, к сожалению, здесь принимает только врач-педиатр. Oj, niestety, tutaj przyjmuję tylko lekarz pediatra. Takdaj zwinicie, do widzenia. To przepraszam, do widzenia. Stomatologiczki kabinet zubny. Słyszę. Gabinet stomatologiczny zębowy, słucham. Dobry dzień, u mnie boli ząb i ja chciałabym zapisać się na przyjem k stomatologu. Dzień dobry, boli mnie ząb i chciałabym zapisać się na wizytę do dentysty. Есть свободное время завтра после обеда. Есть вольный термин утро по полудню. Во сколько? О которой? В тринадцать вам подходит? О тринадцатой отповьада, пани? Может быть. Может быть. Вы являетесь нашей пациенткой? Чи есть пани naszą pacjentką? У нас есть ваша карточка. Чи ма пани у нас карта? Нет, это будет первый раз. Не, это будет первый раз. Я не из Польши и у меня нет страховки. Не ясем с Польски, и не мам убеспечения. В порядке. Это частный кабинет. Прием платный. В порядке. Это приватный кабинет. Визита есть платная. Ваше имя и фамилия. Прошу имя и имя. Врач, который лечит уши и горло, Ларинголог. Lekarz, który leczy uszy i gardło, to laryngolog. Kiedy u ciebie bolą uszy, ty должен iść do laryngologa. Kiedy bolą cię uszy, musisz iść do laryngologa. Wracz, który leczy problemy z koży, dermatolog. Lekarz, który leczy problemy ze skórą, to dermatolog. Ja chciałbym zapisać się do dermatologa. Chciałbym zapisać się do dermatologa. Врач, который занимается костями и суставами, ортопед. Лекарь, который занимается костями и суставами, то ортопеда. Я хотела бы записаться к ортопеду. Chciałabym zapisać się do ortopedy. Lekarz, który zajmuje się dziećmi, to pediatr. Lekarz, który zajmuje się dziećmi, to pediatra. Ja chciałabym zapisać dziecko k педиатру. Chciałabym zapisać dziecko do pediatry.